Приветствую вас на канале Час Ремонта. В этом обзоре расскажу про УШМ Makita 9557HN. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок. Ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Малогабаритный совсем не означает маломощный, это в очередной раз подтвердили разработчики известного производственного концерна, представив на мировом рынке угловую шлифовальную машину Makita 9557HN. Как показывает практика, этой малютке по зубам все известные строительные материалы. Она шлифует и режет металл, кирпич, бетон, камень и прочее. Разумеется, при наличии соответствующих расходников. Угловая шлифовальная машина оснащена удобными рукоятками с элементами гашения вибрации. Эффективность машины обусловлена двигателем с большим резервом мощности и способностью противостоять перегреву. Учитывая, что инструменту в основном приходится работать в условиях высокой запыленности, разработчики предусмотрели совершенную систему пылезащиты угловой шлифмашины и, в частности, ее двигателя. Элементы мотора, покрытые защитным и порошковым лаком, фактически не подвержены вредоносному воздействию абразивных частиц, что обеспечивает его долговечность. Защищены от пыли в угловой шлифовальной машине и подшипники, надежно укрытые от пылевого потока за стенками специального лабиринтного уплотнения. Все это и не только обеспечивает высокую надежность и впечатляющую долговечность инструмента в целом. По части надежности стоит упомянуть также редуктор с усиленными косозубыми шестернями, обеспечивающими надежное зацепление и, как следствие, соответствующую передачу усилия на шпиндель на протяжении всего срока службы. Угловая шлифовальная машина не перегружена элементами управления. Ее включение-выключение осуществляется посредством большого ползункового переключателя с возможностью фиксации для продолжительной работы. Еще одна кнопка, блокирующая шпиндель, предназначена для упрощения и безопасности процедуры переустановки рабочих дисков. Характерной особенностью данной модели является наличие константной электроники и малый уровень шума. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Нет плавного пуска. Теперь перейдем к положительным. Качество сборки. Мягкий длинный кабель. Удобство в работе. Вес и размер. Для домашних работ отличный вариант. Простая в работе. Обратная связь важна для меня, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале Час Ремонта.